Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Всем доброе утро. Где у меня тут девчули? Вон они. Мы, как всегда, гуляем. Вот. У нас холодно что-то. Я даже не знаю, сколько градусов, но холодно. Я так шапку не достала. Мне все некогда, я все по-быстрому. Джуси, ну не тяни. Вот постоянно тянет. Постоянно поводок натянут. А это постоянно отстает. Жалуюсь вам, девочки. В общем, я что хотела сказать. Я начала ходить на спорт. Ну как, в бассейн. Точнее, у меня куплен абонемент и в спортзал, и в бассейн. Я хожу пока только в бассейн. Мне пока достаточно. И у меня, короче, вчера была, и у меня порвалась косметичка, которую я беру с собой. А я беру с собой, знаете, не только гель для душа и мочалку. У меня и шампунь, и бальзам, и скраб, и мазь, и, в общем, все, что нужно мне. Мне еще, кстати, никто не делал замечаний. Видимо, я с таким лицом все это делаю, да, что понятно, что замечания бесполезно делать. Он идет. Вот. Ну вот, и у меня порвалась вот эта косметичка. Так как я, видать, много туда всего накладываю, на самом деле она порвалась, потому что ей много лет, ей лет 10, наверное, такая, знаете, прозрачная с этими, с ручками. Я вчера думаю, надо пойти мне, почему-то вначале подумала фикс прайс, а потом решила Магнит Косметик поехать. В итоге я заказала на Вальбрис эту косметичку, но, точнее, не эту, а ту, которую мне надо было. В общем, сейчас приду, покажу покупки из Магнит Косметик. Вот. И вчера я зашла, я думала, он будет по ассортименту больше. Вот. Но вчера зашла, вот как был маленький ассортимент, так он и остался. Я даже вчера вечером не поленилась. Так, Бона, где ты? Не поленилась вчера. Так, сейчас мы с злых собак пойдем. Так, прошли мы это местечко, где у нас собаки лают. Там просто два двора, и в каждом из них по три или по четыре собаки. Прикольно. Вот. Короче, я вчера не поленилась. Думаю, посмотрю на Ютубе вообще, так как мне многие, ну как не многие, но зрители рекомендовали. Вот, Наташа, Магнит Косметик, там это, там то. Вот, решила посмотреть обзоры других девочек, полочек. Я вообще обалдела. У нас такого ассортимента нет от слова совсем. Я вообще в шоке. Я подумала, что это все, наверное, из-за того, что у нас большая лента. У нас очень большая лента, хорошая. Там много всего. Там и одежда, и обувь, и косметика, и все, что хотите. Это я там в основном просто продукты покупаю. Вот. И там каждый день проходят различные акции, скидки. И там люди специально ходят каждый день туда и покупают по скидкам, ну, то, что необходимо. Наверное, из-за этого. Не знаю, может, из-за чего другого, но у нас и Пятерочка. Это ж просто кошмарный магазин. Хотя я туда иногда захожу. И все остальные, в общем. В общем, не знаю. Вот такой вот у нас Питер. Нет у нас, кроме ленты. Ну, по крайней мере, вот в районе Саушкина. Там же у нас эта лента стоит. Видимо, она всех покупателей и перебивает. Поэтому и не делают большой ассортимент. Ну, в общем. Ничего там, Магните я особо не нашла. Ну как, ну купила там на 2000. Сейчас придем, покажу. Так, ну и давайте покажу покупки Магнит Косметик. Пришли мы уже домой с девчонками. Чек. Значит, купила ватные палочки. Вот такие. Вот. Чтобы они у меня уже были. Так, в основном все это я купила себе спортивную сумку. Во-первых, косметичка была только вот такая. Но так как Вальберес долго будет идти, мне только в конце недели, а мне уже надо идти. В общем, взяла вот такую косметичку, просто вот пластиковую, не знаю, самую простую, но у меня сюда все не поместится, вообще ничего не поместится, я бы так сказала. Но все равно она мне пригодится. Так, дальше, вот такую перчаточку, это я домой себе купила. Я вообще люблю вот такие вот мочалки, именно вот такой вот текстуры. Но больше мне нравится таким полотенцем, в фикс прайсе продается. Но решила взять перчаточку.
Также я себе спортивную сумку, да, вот многие покупают там маленькие объемы, чтобы не так тяжело было нести, но это не про Наташу. Вот такое вот мыло для бани, мне очень нравится, вот это вот, особенности такое черное, по-моему, дегтярное оно называется, мыло от вот этой травы из бора агафьи. Черного цвета такое, но черного не было, поэтому взяла вот такое. Вот такое белое я, кстати, мне кажется, не пробовала. А может, и пробовала, но мне кажется, не пробовала. Вот. Это все в спортивную сумку, девочки. Мне заняться нечем, да? Также все в спортивную сумку. Вот такой вот скраб от Натуры Сибирики. Это доктор Тайга. Отшелушивающий какой-то на бамбуковой соли. Счастье для кожи. Вот. Ну, не знаю, попробовала. Но он не совсем сухой, он вот такой вот. Но удобная упаковочка, да? Так, дальше спортивную сумку себе дезодорант купила. Это я купила своим, кто ко мне пришел, проверить, что же у мамы тут такое, да? Это я мужчинам своим, ну, мужу, мужчинам своим, мужу. Так, это я показала. Дальше купила еще... Лео, уйди. Лео, не мешай. Не мешай. Купила... Ну, слышь, нет, нет, нет. Вот постоянно у нас вот эта борьба за стол. Вообще наглый кот. А, вот такую маску для лица от Облепиха Сибирика. А, мне, у меня была другая с витамином С, по-моему, или что-то. Я не знаю, у меня другая есть маска дома. Это я себе в спортзал. Я даже маску умудряюсь себе делать, девочки. Вот такая вот я. Но я ухожу надолго в спортзал. Часа 2-3 меня точно нет. Вот. Так, масочку. Также хотела купить крем от Чистой Линии. Мне очень нравится такой с розой. Он такой легенький, прикольный. Но от Чистой Линии ничего не было. Поэтому я взяла вот такое вот густое сибирское белое масло для тела. Антицеллюлитное. Вот это от Натуры Сибирика. У меня уже было такое масло. Как-то давно я его покупала. Оно прикольное. Мне очень нравится. Не знаю, как насчет целлюлита. Но кожу подтягивает хорошо. Так, также купила вот такой ополаскиватель Colgate. И, конечно же, здесь куча пакетиков для моего кота. Вот. Для котов, точнее. Собакам не покупала, потому что собакам у меня еще много есть. А вот котам что-то подзакончилось. Вот и все, что я купила. И за все это я дала, давайте покажу. Тут у меня еще, видите, какие-то эти... Как они называются? Купончики какие-то. Мне тут 45%, 30%. Вот. И отдала за все это 2555. Вот так вот. Кому интересны цены, нажмите на паузу и посмотрите. Но самое дорогое, что у меня тут? Это маска. Вот это вот. Вот это энергетик. 399, почти 400 рублей. Но маски вот эти крутые. Ну и шампунь. Шампунь Head & Shoulders тоже дорогой. Вот. 2500. Ну, ассортимент там такой бедненький, я бы сказала. Вот. Так что вот такие у меня покупки. Сейчас тут разбираю покупки метро. То, что мне курьер привез. Наверное, вначале вы увидите метро, а потом уже этот влог. Так вот. Вот эти пончики замороженные, которые я там купила. Девочки, это огонь. Просто они такие вкусные. Вот такое ощущение, как будто бы я только-только купила, не знаю, в кондитерской. Реально очень вкусные. Внутри такой ванильный крем. Очень, прям вообще огонь, девочки. Еще я почему хочу вам пару слов на эту тему сказать. У меня же у сына недавно был день рождения. И вообще вот на какой-то праздник вот так купить целую упаковку вот этого, вот этих пончиков и потом просто достать. Ну или себе в заначку. Плохое настроение, там, я не знаю, захотелось что-то достали, разморозили. У меня просто при комнатной температуре они разморозились. И просто нереально вкусно. Они даже пахнут вкусно. Вот просто... Девочки, все, я один съела, на слюну и зашлась, это я мальчишкам оставила. Сейчас доразбираю покупки и поеду, заберу их со школы и выдам им по одному пончику, мужу еще один дам. И все, все остальное сныкала в морозилку. Вот так вот я, вот такая.
Так, ну что, приехала я домой, забрала своих мальчишек, попутно поехала, господи, поехала, съездила, получила свою посылку с Вальберес. Значит, заказала, как всегда, бытовую химию, как всегда, всякое для стирки в основном здесь. Вот этот вот марка, вот это Эколенд, гель для стирки белья, вообще огонь, просто, мне очень нравится, хорошо отстирывает, сложные пятна не отстирает, какие-то легкие, ну, такие, супер. Густой гель для стирки, сам по себе надолго хватает, в общем, супер, мне нравится, я потом его закажу еще вот от этой марки Эколенд. Единственное, что сам кондиционер достаточно жидкий, вот, и кондиционер уходит быстро, но стоит 5-литровая вот эта 4,8 литра канистра, что-то 495 рублей я купила, поэтому супер, у меня был голубенький, я взяла вот такой розовый тропический лес. Меня одна зрительница спрашивала, что читала отзывы на вот этот Эколенд кондиционер для белья, что писали о том, что белье становится какое-то более жесткое. Я такого не заметила. Наоборот, мягкое и вкусно пахнет. Ну, не скажу, что прям супер мягкое, но приятно пахнет. И, ну, в общем, у меня никаких нареканий нет, поэтому повторила. Тем более, цена бюджетная. Это производство России. Также я взяла для стирки попробовать вот такое средство для черных тканей. Септивит как-то называется. Вот, европейское качество. Единственное, что здесь вот плохо было, ну вот плохо закрыто, да. Европейское качество. А кто производит? По-моему, тоже Россия производит это все дело. Давайте посмотрим вместе. Так, производитель Россия, Санкт-Петербург. Вот. Но противоречивые отзывы на эти гели. Кто-то пишет, что вообще ничего не отстирывает, кто-то пишет, что хорошо. В общем, я для черного стираю все темное белье. Так как у меня у детей форма темно-синяя. Ну, как форма, не совсем. Одежда, в которой не ходит в школу, темно-синяя. Поэтому мне такой гель очень нужен. Также я взяла вот такой гель для стирки деликатных тканей. Получается шелка, шерсти и кашемира. Здесь 3 литра. Вот такого геля мне не так много нужно, потому что в основном шелк и кашемир и шерсть – это моя одежда. У меня мужчины такой не носят. Вот. И сразу кондиционер. Вот. Хорошие отзывы вот на этот гель для стирки. Ну, не знаю, попробую, посмотрим. И к кондиционеру лежала вот такая вот, я так понимаю, что это губка для уборки, наверное, да? Что это такое? Она такая, прям, наверное, для уборки, я так предполагаю. Вот. Соответственно, я взяла. Ну и последнее из бытовой химии. Взяла еще один вот такой блокатор запаха от Grass. Вообще вот это вот... Спасибо всем, кто рекомендовал мне вот эту марку Grass. Вообще огонь. Просто мне очень нравится. Для уборки супер. Блокатор запаха. Запах животных убирает просто на ура. Я когда там чищу лотки вокруг, разбрызгиваю, могу просто на обивку мебели. И действительно блокирует запахи. Единственное, что он распыляет не дымкой такой, а достаточно крупно. Вот. Но все равно запах от животных удаляет просто на ура. Я еще один заказала, потому что тот у меня уже заканчивается. И заказала вот еще один такой. Так что вот такой вот у меня был заказ на Вальберес. Ссылочки, как всегда, вам оставлю под этим видео. Так, девочки, снимаю я уже на следующий день. Вчера я делала себе маникюр, сделала вот такие розовые ногти себе. Вот такие вот. Немножко кривенько тут, короче, ну ладно, пойдет. Вот. Как ни старалась, все равно получилось криво. Я сегодня с утра съездила в магазин обуви. На самом деле хотела там поснимать, но я зависла, короче. Сейчас расскажу почему. Потому что там был целый огромный, два даже стенда с орхидеями, которые уже, видите, вот в таком состоянии как бы уже отцветают. Сейчас я вам точно покажу. Вот эту орхидейку я взяла. Видите, листья желтые и цветы уже опали. Как показать-то, господи? Вот, смотрите, какая она красивая. У меня такой нет. Просто обалденная. Но она уже вся отцвела. Видите, дала здесь
новенькую. Тут она тоже, в общем, вся такая отцвела, короче, да. В таком состоянии некондиция, скидка 50% на эти орхидеи, которые вот уже вот в таком состоянии стоят. Я, короче, там все, у меня же, ну, много орхидей. Вот, и я такая, это у меня есть, это у меня есть, это у меня есть. В общем, там лазила. Вот такого цвета была одна единственная. Ну, были, конечно же, и хорошие, без скидки, были вот такие. Посмотрите, какой цвет обалденный. В общем, я прям вообще. Так, еще одну вот такого цвета. Так, давайте я в очки уберу вот это, эту бумажку. Смотрите тоже, какого цвета прикольного. Видите, она как... То есть здесь она такая желтая. Сейчас я это тоже сниму. Нет, это не так, не снять просто. Сейчас я сниму. Так, сняла я вот эту бумажку. Смотрите, какая красота. Просто. И вот это. Это такая с желтым, а это просто, ну, с белой окантовочкой. Видите, уже начали как бы отцветать. Но ничего страшного, они мне месяца два отдохнут, потом я их заставлю снова цвести. И еще одна вот такая. Вы посмотрите, какая вот эта нежнятина. Она даже не фиолетовая, она такая розовато-фиолетовая. Смотрите, какая нежнятинка. Просто. Вот это самая дорогая получилась из них. Смотрите, 1099 – это ее обычная цена. Со скидкой 50%, соответственно, получается 500, там, ну, ровно 50%, в общем, скидка, да? Вот такая здесь два, получается, два, три... Три, смотрите, девочки, обалдеть. Я только сейчас заметила. Здесь три вот этих. Вот еще одна. Три стрелочки. В общем, а вот эти вот, они 799. У меня получилось 300 с чем-то рублей. Сейчас я покажу. Ценник. Наверное, не видно. Вот, 799 минус 50%. И вторая также. У нее желтые листики, один уже у меня отпал. Второй беру, их надо срочно пересаживать. Вот прям срочно горит. Единственное, что посмотрела, корни неплохие. Вот это у меня, конечно, вызывает сомнение. Но если бы она не стоила 300 рублей, сейчас я ее разберу, корни все просмотрю, что-то обрежу, попробую спасти. Но такой цвет, вот она реально единственная была. Смотрите, какая. Нет, вы посмотрите. Огонь. В общем, вот такие у меня новые жительницы. Соответственно, я купила вообще для орхидей нужно прозрачные горшки. Прозрачных горшков там не было. Пересаживать нужно срочно. Я не помню, у меня то ли один, то ли два горшка осталось всего, которые я заказывала на Вайберис. В общем, все там перерыла, пыталась найти прозрачные горшки. Почему прозрачные горшки? Я их поливаю путем погружения в воду, и, соответственно, мне нужно видеть корни, когда их уже пора поливать. Хотела там купить такие поддончики, чтобы поставить хотя бы так. Это называется технические горшки, они рублей по 60, там что такое. Я чек сейчас, если найду, покажу вам. Вот, и... Короче, поддончики мне не продали. Вот. Такие тарелочки сюда, да. Ну, в общем, взяла. Ладно, посажу, если что, вот в такие технические горшочки, потому что мне вообще некуда сажать. Соответственно, взяла грунт. Я буду делать смесь. Вот это... Вот этот грунт. Я его уже как-то покупала. Здесь чистая кора. Нету вообще самого грунта. Чистая кора идет. Здесь... вот этот грунт, он был со скидкой, что-то там 60 с чем-то рублей, по-моему. Но здесь одна вот не труха, а именно вот почва-грунт. То есть это слишком вот в таком почва-грунте у меня обычно, когда, ну, когда нет коры вот этой, вот начинают корни гнить. То есть я смешаю вот этот вот с этим и еще добавлю вот такое. Влагосберегающий стерильный какой-то субстрат. Вот так вот он выглядит. Читала, кстати, про него. Как-то он называется циолиты, природные циолиты. Как-то называется вот эта вот штука, что она очень-очень-очень полезна для орхидей. Прям супер. Но ее, говорят, надо смешивать с обычным грунтом питательным. В общем, сделаю такой замес, пересажу. Я думаю, что вот эти орхидейки отойдут. Также я сразу купила вот эти вот, мне нравятся, очень нравятся вот эти вот. Вот эта марка называется «Буйские удобрения». Есть
спреи, а есть жидкий сам разводить, да, и палочки есть, в общем, у них много чего есть. Буйские удобрения есть на Wildberries, я тоже видела, так что можно и там заказать, если что. В общем, купила вот такое для декоративно-лиственных, чтобы сочная листва была. Хотя я сейчас не особо, то есть зимой, осенью я не особо подкармливаю растения. Может быть, оставлю в любом случае вот эти вот, вот это до... Ну, после Нового года я начинаю с февраля месяца обычно подкармливать все комнатные растения, но посмотрим. Так, и вот такой. Еще обычно я покупаю вот такое, оно мне очень нравится. Просто самая чахленькая растенница станет у вас очень-очень красивым с этим. Опрыскиваю листья я. И для орхидей, конечно же, я купила вот такое, агрикола. Тоже много хороших отзывов на агриколу. Я купила сразу спрейчиком, чтобы было удобно. На него была, по-моему, скидка. Здесь для... Вот эта агрикола, она для цветения. Ну, в общем, чтобы они цвели. Активирует цветение, видите? Сейчас у меня немножко в покое они побудут. Но это я себе на будущее, скажем так, купила. И вот такой я купила сейчас. Попрыскать антистресс. Для орхидеи, так как они... Вот особенно вот эта орхидея. Я не хочу, чтобы она у меня погибла. Уж больно она красивая. Видите, стимулирует и продлевает цветение... увлажняет, питает, снимает стресс при пересадке. Мне кажется, этот цветок явно в стрессе, поэтому я хочу его как-то реанимировать. Вот, его я сейчас опрыскаю вот этим. Также купила краску для садовых деревьев. Помогает, не растрескивается кора. Мне очень нравится. Ну и симпатично выглядит. И еще, я вообще за ним ехала, вот за этим цветком. Я его давно присмотрела и все, жалела на него денег, потому что он стоит 1499 и со скидкой нету, ну не было со скидкой. Это монстера, у меня есть одна монстера с крупными листьями, а это я почитала в интернете, она типа как лианы такой получается, видите, какие у него листики прикольные. Вот, и сразу к ней купила вот такой горшок. Горшок пластиковый я купила. Не покупаю керамические горшки, потому что все керамические горшки у меня перебиты моими животными. Вот они у меня такие вредины. Вот, поэтому вот такой вот у меня новый житель. Но она мне так понравилась еще в прошлый раз, когда я видела, когда была. Вот, поэтому я решила, что нет, все-таки я хочу эту монстеру. Прям не могу, прям думала о ней, представляете? Ну и, конечно, такая прелесть орхидейки. Ну, сейчас они у меня вот эти сбросят цветы. Вот это еще, может, постоит орхидея. Не знаю, почему ее отправили в, может, что-то с корнями. В уценку вот эту вот орхидею. Не знаю. Ну, посмотрите, какая она красивая. Ну, вот эти сейчас сбросят у меня вот эти свои цветочки. Пересажу их, приведу в порядок. Здесь вот, ну я вроде смотрела, вроде сам ствол не гнилой, вроде должно быть все хорошо. В общем, сейчас буду заниматься своими цветочками, а то надо же пополнять свою вот эту полочку. Видите, сколько у меня их уже? Да-да-да, вот там вот желтенькая, вот там вот вы видите, да, вот тут вот. Это мне муж ее недавно подарил. Красота. Короче, я коллекционирую теперь. Увлеклась орхидеями. То я парфюмерию увлекаюсь, то я украшениями увлекаюсь. Сейчас увлеклась орхидеями. Но вообще, в принципе, комнатными растениями я увлекалась всегда. То есть мне всегда они очень нравились. Они у меня... Ну, есть некоторые растения, вот как вот это, например, которому уже, я не знаю... Не знаю, мы только поженились, наверное, с мужем, да, и я купила вот это. Мне всегда нравились комнатные растения. Я всегда любила за ними ухаживать, там, пересаживать и так далее, все вот это делать. Так что... Просто когда были маленькие дети, было некогда всем этим заниматься. Дай бог, поливала там их. А сейчас уже как-то больше времени. О, я же еще забыла. Я же еще в Ревгош заходила. Сейчас я вам покажу. Нашла я чек с Оби. Так. Вот, кому интересно, я уж озвучивать не буду. Нажмите на паузу. Но вот видите, это грунт. Где орхидея? Грунт. Фаленопсис. Вот. 549, 399 и 399, 400 рублей. Но огонь, я считаю, что очень даже недорого.
Вот, в общем, вот такие вот у меня были покупки. Надеюсь, все понятно. Кому интересно, нажмите паузу. Так, и давайте покажу Рив Гош. Значит, вообще я туда зашла для того, чтобы купить себе карандаш от марки Гош. Но все уже нету. Гош больше нету. В Рив Гош. Гош нету в Рив Гош. Скидка на Лореаль. Сколько? 40%. Поэтому я решила купить вот такую тушь попробовать. Типа супер-супер объем. Вот. Дальше взяла карандаш. Он какой-то, девушка мне сказала, что он супер стойкий. Вот такой черный обычный. И вот такой карандаш для бровей. Ну, в общем, я все попробую, потом расскажу. Такой вот 109. Но он такой темненький. Это самый темненький. Там вообще всего два цвета было. Вот такой и для блондинок. Это темный прямо карандаш. Еще я купила вот такую помаду. Вы знаете, мне очень нравится помада от L'Oréal. Действительно, очень нравится. Они стойкие. Это вообще глянцевый тинт для губ. Но я пришла домой и поняла, что думаю, вот цвет прикольный у нее. Значит, номер это у нас получается 305. Цвет прикольный, но у меня есть точно такой же оттенок Lancôme. Ниже это L'Oréal, выше это Lancôme. На самом деле на камеру кажется, что ну, L'Oréal чуть-чуть посветлее, чем Lancôme. А так, даже на губах по ощущениям вот один в один. Серьезно. Да, видите, Lancôme чуть-чуть потемнее, L'Oréal чуть-чуть посветлее. Но так одно и то же. Вот реально, даже мне кажется, по качеству одно и то же. Так что, да. И мне дали подарок. Вот такой вот консилер. Вот такой подарок. И купон на 300 рублей. Вот. Спасибо большое. Давайте тоже, раз уж я начала с чеками, покажу чек. Вот. Да, фокусируйся. Вот. Карандаш 546. Гель-лайнер для глаз. Это вот как раз карандаш для глаз. Он какой-то гелевый, тушь. 649. Тин для губ. Вот. 639. В общем, вот такие у меня небольшие покупки были в Рив Гош. И вот так вот этот тинт смотрится на губах. Очень прикольно. Он как мне сказала девушка-продавец, то есть глянец стирается, а цвет как бы остается на губах. То же самое помада Lancôme. Девочки, то же самое. Зачем я купила две одинаковые помады? Я не знаю, я вообще забыла, что у меня есть эта помада. Все мы девочки, такие мы девочки. Ой, кошмар. В общем, у меня такая полочка для орхидей. Красиво сейчас буду сажать. Я обожаю вот это вот. Я прям кайфую, знаете, когда пересаживаю цветочки, как-то за ними ухаживаю, что-то тут ковыряю, сделаю. Прям обожаю. Больше даже, чем в огороде. В огороде не очень люблю. Но ковыряюсь все равно. В общем, буду сейчас сажать цветочки. На сегодня я буду уже с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Видео о покупках. Извините. Бывает и такое у меня. Часто очень, да. Но все же. Вот. В общем, на сегодня буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч.